Всем добрый вечер. Сегодня у нас 20 марта 2019 год. Жена надыбала рецепт в интернете. Арабской лепешки пита, состоящей из колбасы, сыра, помидорок. Что мы сейчас и будем делать? Для этого нам понадобится 4 яйца, соль, перец по вкусу, один помидорка нарезанный кубиками, две ветки лучка зеленого, грамм 150 ветчины, такое же количество сыра. Ветчину режем кубиками, сыр стругаем на крупной терке. Один стакан кефира нам понадобится и грамм 150-200 муки, может быть чуть больше, смотря сколько возьмет наша жидкость, чтобы у нас была лепешечка. И все это будем обжаривать на растительном масле. Добавляем в яйца смесь перцев, также солим по вкусу, все тщательно взбиваем. Добавляем взбитые яйца, помидорку и лук. Все перемешиваем. Затем добавляем сюда ветчину. Можно любую колбасу любимую. Просто надо ставить акцент на соленая она или не соленая, то получится. И сыр. Все еще раз вымешиваем. Добавляем кефир. 200 миллилитров. Можно кефир молоком заменить. Размешиваем, вымешиваем до однородного состояния. И сюда мы добавим муки. Угу. Муку просеиваем. Угу. Сюда же просеиваем муку. 150 грамм. Это примерно 5 столовых ложек. И все перемешиваем. Тесто должно получиться как на оладушке. На раскаленную сковороду наливаем растительное масло и ложечками выкладываем тесто из емкости на сковородку для того, чтобы обжарить наши лепешечки с двух сторон до полной готовности. Уже несколько штучек пожарены. Вот так вот выглядит. У жены получился очень удачный рецепт арабского блюда пита. Ну, в принципе, напоминает немного наши оладушки, я бы так сказал. Обычные оладушки с добавлением всякой всячины. Ну, мы уже попробовали, очень вкусно. Что и вам советуем сделать. Если вы не сможете это сделать, позовите нас, мы вам обязательно поможем. Такая вот у нас гора получилась. Жена напекла. Такой запах, такой аромат. Просто красота, объедение. Нам приятного аппетита, всем остальным спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем удачи!